Помогают не только людям. Сотрудники Каушанского управления по чрезвычайным ситуациям спасли трех аистят, которые выпали из гнезда. Это произошло в селе Новые Ферладяны. Сейчас птенцы в безопасности. Местные жители говорят, что птенцы выпали из гнезда из-за сильного ветра и ливней, которые обрушились на село в последние дни. Люди вызвали спасателей, чтобы помочь аистятам. На место прибыла бригада сотрудников ГЧС. Выяснилось, что один птенец при падении пострадал. Сотрудники Каушанской службы чрезвычайных ситуаций забрали аистов и на ночь разместили в здании управления. Утром птенцов привезли в зоопарк Кишинева, где их согласились приютить на некоторое время. По данным службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, с начала этого года спасатели провели 245 операций по спасению животных.